В эфире Алексей Рыбин, игрок футбольного клуба «Кубань». Алексей, пожалуйста, для начала комментарий по игре. Какой комментарий? Проиграли 3-0 дома при своих болельщиках. Очень стыдно. Прошу прощения как от себя, так и от команды за такую игру, за такой результат. Будем делать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Что не так? Что сейчас происходит в команде? Почему такой результат? Ну, если бы кто-то знал на этот ответ, то все было бы по-другому. У меня нет тоже ответа конкретно, что не так, что так. Не так, что мы не забили, а не забили. Есть ли у команды понимание, что хочет от нее тренерский штаб? Получается ли реализовывать какие-то наработки? Понимание есть, получается минимально. То, что мы так, если план есть на игру, мы его, если проиграли, значит, мы его не выполнили. А в целом понятно, что поражение вряд ли способствует хорошей атмосфере в команде, но все-таки вот на тренировках как внутри атмосфера в команде? Все зависит от турнирной таблицы, то есть внизу плохое, вверху хорошее, так и у нас. Команда и живой коллектив. Последний мой вопрос, если все-таки постараться выделить какую-то одну причину, почему вот сегодня такой результат, есть понимание вот по горячим следам? Нет, не могу сказать. Тоже забили 3, мы 0, все, вот футбол он такой, счет на табло. Спасибо, удачи в дальнейшем вам.